Очень многое зависит в нашей стране от того, сможем ли мы сейчас, в не самые светлые времена в нашей жизни, сохранить память о жертвах политических репрессий. Сможет ли российское общество, сейчас уже не государство, но общество, сохранить эту память и рано или поздно поставить вопрос о государственной ответственности за репрессии. Это было огромное государственное преступление. Оно не имеет равных в истории нашей страны. День памяти жертв политических репрессий должен быть в нашей стране настоящим государственным днем. Это день скорби, это день памяти и это день ответственности. Наша ответственность заключается в том, чтобы этот день сохранить.